Теперь я даже кошечек боюсь гладить. Как это? Обжечься на молоке и потом всего боишься. Вот не помню эту русскую поговорку. Вот кошечки хорошенькие, все. Ну, а вдруг цапнет? И опять проблема. Кто их знает? Это животные. Это звери. Пусть они такие миленькие, хорошенькие, я их очень люблю, но надо держаться подальше.